прозвучал третий звонок, меркнут экраны телефонов. 24-й филармонический сезон объявляется открытым. Марш Биробиджана! Тагил Бенд, выступили тагильские гармоники, мы любим и тех, и других. Мне больше всего запомнилось то, как Тагил Бенд играл советские мелодии из советских фильмов. Мне на самом деле очень понравилась песня Пугачевой. Вот, девушка пела очень замечательно. В целом программу оркестра Демидов Камерата посвятили музыке композиторов, которые в этом году отмечают свой юбилей. Но прежде всего это основатель симфо-джазовой музыки, или тот человек, который открыл джазу дорогу на классическую сцену. Это Джордж Гершвин. Завершилось грандиозное открытие 24-го филармонического сезона. Недовольных среди зрителей не осталось. В будущем тагильских меломанов ждут новые яркие выступления.